игру мы знали то, что соперник непростой. Как они в интервью говорили, то, что они выходят играть на победу, мы это учитывали, мы знали то, что эта команда, как первые две команды, не будет отсиживаться в обороне, тоже будет играть в открытый футбол. За счет этого мы тоже играли в открытый футбол, в свой футбол, атакующий. Смогли забить на этот раз, реализовать свои моменты. Свои 5 голов мы забили. Ну, пропустили тоже от них. Это, ну, я считаю, то, что это не проблема. Это говорит лишь о том, то, что соперник тоже может забивать, он непростой. У нас получилось сегодня реализовать свой момент. За счет этого мы выиграли. У соперника чуть-чуть не получилось за счет класса. Да, улем сами опытные, а мы как-то волли, как-то я не хочу ничего бы делать. Волла, мы волли один, были хардаем где, забрали оборону двойни, да волли один. Очень чоим волли, были я рахмат. Кушли волли, реген там берду рахмат.